поздравляю с победой. Твой комментарий по сегодняшней игре. Могли, всегда можно сказать, что могли лучше, но хорошо, что выиграли. Так что цель была победа, мы ее достигли. Что было не так с вашей игрой в первом периоде? Почему пропустили две подряд? Ну, первую пропустили по какой-то нелепой ошибке на контратаках. А вторую в большинстве 5 на 3. Может быть, где-то концентрации не хватило. Может быть, это был немного переход с Лиги Чемпионов в УХЛ. Не знаю. Но в целом хорошо, что выиграли. В целом, насколько довольна игрой команды на протяжении всего матча, если не брать в расчет только первый период? Ну, еще раз скажу, что все боролись, все молодцы. В целом, я думаю, достойно выступили. Могли, конечно, лучше. Насколько важно было одержать победу в стартовом матче сезона? Ну, конечно, всегда важно. Как начнешь сезон, так и его проведешь. Как оценишь атмосферу сегодня на трибунах? Всегда приятно, когда болельщики приходят, поддерживают, кричат, гонят нас вперед. Спасибо им большое и ждем на дальнейший матч. Уже в понедельник следующий матч. Ожидания от игры? Как всегда, выйдем только на победу, настраиваться будем. Будем готовиться к следующему матчу, от матча к матчу.